Обещанного транспорта 3 года ждут жители улицы Минской областного центра. В 2015 году мы снимали сюжет о том, что у людей нет возможности добраться до Шереметьевского проспекта в вузы и на работу без пересадок. Иногда в семейно, как во сне, а я приезжаю на работу. Иногда, вот очень часто, например, я опаздываю, приезжаю на работу, потому что ну, просто не уедешь. Ни на тройке, ни на чем вообще. Ездить на короткой маршрутке 3 км, это невыгодно. Это, допустим, мне приходится доезжать до станционной, это уже не 17 рублей, а как в одну сторону, это 34 рубля. Жители тогда собрали более 500 подписей. Закончился тот сюжет позитивно. В городском комитете по транспорту взялись за разработку нового маршрута, который соединил бы Минскую с еще одним нуждающимся в транспорте московским микрорайоном. В документе планирован внесен на востребование новый маршрут. Это сообщением улица Кудряшова, московский микрорайон. Как вы знаете, она у нас тоже скоро будет открыта и запущена. Вот. И маршрут проследует по просьбам также улицы жителей, проживающих на улице Минской, через Шереметьевский проспект, железнодорожный вокзал, через улицу Фрунзе, улица Минская и в обратном направлении. И вот уже 2018-й. Изменилась и не раз стоимость проезда, а маршрута так и нет. Та самая улица Кудряшова, московский микрорайон. Остановки стоят здесь с момента запуска движения по улице с 2015 года. За это время покрылись объявлениями и надписями и ежедневно напоминают жителям московского о невыполненном обещании. Даже в интернете есть фотографии, как люди там принимают солнечные ванны, загорают в этих остановках и зарисовали уже граффити. И, знаю, там в некоторых районах также вот дорога открыта, остановки поставлены, их уже начинают, скажем так, асоциальные элементы ну, как-то ломать. Это все деньги, опять же, на восстановление. Но будет и на этих улицах праздник. Недавно стало известно о том, что новый 53-й маршрут готов и уже совсем скоро будет выставлен на аукцион для перевозчиков. Предполагается, что он пройдет, как и планировалось, от Минской через ЖД вокзал и Шереметьевский проспект до улицы Кудряшова и обратно. Данный маршрут, он будет удобен как и жителям улицы Минская, так как у нас появится возможность доехать и на Шереметьевский проспект к вузам, и к железнодорожному вокзалу. Те маршруты, которые есть на данный момент, у нас они идут по Ленина. На Ленина, как вы знаете, там пробки. И взять тот же московский микрорайон, как мы видим, здесь большое количество личного автомобиля. Все-таки надо вот эту всю массу людей, пассажиров пересаживать на общественный транспорт. Вот и остановки используют по назначению. Правда, пока неизвестно, будут ли желающие среди перевозчиков выставить машины на конкурс. Обкатывать новое направление – всегда риск. Но, судя по многолетнему ожиданию, без пассажиров 53-й маршрут не останется. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.